В начале 2014 года тут у нас баты одни были. Тут же тут и правый сектор, что только, кого тут только не было. Вот эти все эти. Тоже ж люди так вот идет с телефоном, женщина что-то разговаривает, ну просто по своим делам. Иди сюда, ты наводчица, и на подвал, где там, ну, что-то что с ней делали, там, неизвестно что. Тут много людей пострадало, такие, что избивали, мучили. Потом меня вот сосед тоже шел на работу. Иди сюда, ты наводчик. Ну просто шел человек на работу, иди сюда, ты наводчиком был. На подвал, вот это там держали в подвале, потом отвозили его в этот Сердонец, тоже там мучили его, там избивали. Четыре дня такое тут творилось, ну. Не брешу. Два дня сильно, а два дня так более-менее. Слезы текут, руки трусятся, а он говорит, успокойся, что ты плачешь, успокойся, уже все, прекратилось. Обнялись, я говорю, я не верю тебе, а он достает сумки, говорит, у меня по соседству ночевали, сухпайок российский, говорит, на, а теперь, говорит, поверила.